Наталья и Андрей Евкины, сапфировые директора город Киров. Наша структура работает в 7 регионах Кировской области и за ее пределами. И наши лидеры в регионах очень активно откликнулись на идею создания wellness-клубов. И сейчас в этих структурах каждый месяц, каждый каталог растет доля wellness. В наших СПО также доля wellness увеличилась в 2-3 раза, в некоторых каталогах даже в 6 раз. Благодаря программе Wellness Life Plus мы восстановили одну из групп, укрепили другую группу, и доля wellness выросла на 4000 баллов. В каждом регионе у нас созданы свои wellness-клубы. Лидеры легко дублицируют нас, а мы своих спонсоров – Клоковы, Наталья и Александра. И клуб начинается с себя, со своей личной истории wellness. А история обязательно будет, если ты живешь в стиле wellness. Например, после второй беременности я снизила вес на 15 килограмм. Андрей – минус 5 килограмм. Улучшился иммунитет. У наших детей, как и у нас, утро начинается с коктейля и витамин. Wellness – это здоровье и бизнес. 29 апреля этого года мы купили 4-комнатную квартиру в центре города Кирова. И это вторая квартира, куплена с Oriflame. И это, друзья, во время кризиса. Это Oriflame. Добрый день, меня зовут Веселова Екатерина, я директор из города Благовещенска Амурской области. Моя wellness-история началась в 2013 году, когда я по совету своей подруги решила заняться собой. Как-то она меня спросила: «Катя, ты почему себя так не любишь? Ты всегда была в такой форме?» Я серьезно задумалась, ведь как-то постепенно, незаметно для себя самой, я набрала лишних 18 килограмм. Мы решили действовать, составили график тренировок и расписали меню, которое входило не менее 5 приемов пищи. И тут на помощь пришли наши уникальные wellness-продукты. Именно с wellness мое похудение было легким, вкусным и полезным. Общая потеря веса за полгода составила минус 18 килограмм. С 72 на 54. Я уже год держусь в этом весе. Я не только вернулась к себе прежней, а стала лучше и поверила, что с Oriflame действительно, мне все по плечу. Поразившись результатами, я не смогла молчать об этом и стала делиться этими эмоциями с остальными. Теперь процент по моей группе «Общая доля wellness» каждый каталог составляет более 30%. А по итогам 6 и 7 каталога наша команда была первая в рейтинге по всему хабаровскому филиалу с долей wellness 50%. За последние полгода моя жизнь круто изменилась. В ноябре 2014 года я уволилась с основной работы. В 5-м каталоге 2015 я закрыла звание директор. Квалифицировалась на поездку на менеджерскую конференцию в Египет. Получила свою первую $1000, 70 тысяч рублей вознаграждения, приглашение на банкет директоров. И это только начало. С Oriflame действительно сбываются мечты, реальные и нереальные. Успехов вам всем. Спасибо. Екимова, сапфировый директор города Чебоксары. Oriflame пришла 18 лет, будучи студенткой второго курса, и сразу отнеслась к Oriflame как к серьезному бизнесу. Начала проводить встречи, презентации, планерки, обучение. Через год закрыла свою первую квалификацию директора. И еще через 2 года 2 звания – золотого и старшего золотого. В 2014-м закрыла сапфирова. Очень многие наши мечты, такие как покупка собственной квартиры в одной из самых элитных частей нашего города, автомобиль премиум-класса, покупка собственного офиса, 6 путешествий от компании. И, наверное, самые главные мечты – это семья и ребенок. Потому что, почему мечты с Oriflame? Потому что с мужем мы познакомились именно благодаря компании. Wellness. Wellness – наш любимый продукт всей нашей организации. Товарооборот Wellness в каждой из директорских команд составляет от 50 до 80%. Мы очень благодарны компании за новую шикарную программу Wellness Life Plus, потому что именно благодаря этой
сделаем для того, чтобы у нас был такой большой объем продаж wellness? На самом деле все очень просто. Мы делаем акцент на комплексный подход, потому что человек приходит, он хочет получить, он покупает не баночку, не коробку, а результат. И именно акцент идет именно на результат. Поэтому, когда человек приходит, я сразу говорю, да, ты можешь купить что-то одно. Или пэк, или коктейль, как часто люди думают, но это не взаимозаменяющие продукты, а взаимодополняющие. И качественный, стабильный, хороший результат можно получить только при комплексном подходе. И человек, оформляя Wellness Life Plus в подписку, мы работаем с ним и идем, я беру его на плотное сопровождение, и мы работаем до тех пор, пока не получим тот результат, за которым он пришел. Я желаю вам всем огромного, быстрого, стремительного роста, новых званий с новыми возможностями компании и программы Life Plus. Меня зовут Татьяна Горская, я директор Oriflame из города Владимира. Когда компания Oriflame выпустила серию Wellness от Oriflame, я сразу же стала покупать и использовать эту продукцию, включив в рацион питания для всей семьи. И мы получили прекрасные результаты по здоровью. А чуть более года назад мой партнер Мария Смирнова сказала, я с сегодняшнего дня худею. Я была в шоке. Я не могла позволить, чтобы она худела на моих глазах, а я бы оставалась в том же весе. Мы начали худеть вместе и вместе с Wellness от Oriflame. Мы с Марией вместе сбрасывали вес, ежедневно обсуждали результаты, поддерживали друг друга. Через некоторое время к нам стали присоединяться другие. Так появился наш клуб стройности. Мой максимальный вес был 107 килограммов. Сейчас я вешу 80. Минус 27! И сейчас я могу одеть свадебное платье, платье, в котором я выходила замуж более 20 лет назад. Можно ли похудеть, не принимая wellness? Можно! Можно ли принимать wellness и не похудеть? Можно! А можно похудеть и стать здоровыми. И в этом продукции Wellness играет значимую роль. Спасибо, дорогие лидеры, за ваши истории. С Wellness сбываются любые мечты. Мечтайте, становитесь красивыми, здоровыми и богатыми. И на следующем мегафоруме делитесь уже вашими историями успеха.